Ай, всем, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Хроники Китая. Вот. Надеюсь, вы смотрели предыдущие серии и знаете, что, собственно говоря, из чего исходит и какая сюжетная линия. Потому что уже просто меня эта игра вымораживает, я не могу с нее. Давай, петушидзе. Оп. Оп. Сейчас, наверное, тут и спалят нас. Чисес. Джени! Надеюсь, он тупой? Он не заглянет в сток сена? Ну да, он тупой. Блять, он, походу, не тупой. Козёл. Блять, на кого свой нож поднял, а? Козлина. Неплохое начало, да? Да, эта игра, она отличается хардкорностью своей. Непонятно, зачем созданной. Сейчас нужно думать, как тут пройти. А я даже знаю, как. Только сейчас заметил. Бля, ну ты можешь не спуститься? О, сейчас он, может, подойдет, и мы его снимем. Вот так вот. Все. Я, в принципе, вниз хотел просто слазить. По этим, по деревяшкам. Опа, где он? Ну и фиг с ним. Там этот. Нормально. Мы их одолели. Ладно, давайте здесь ползем как-то. Потихонечку. Надо, я считаю, все-таки допройти эту игру, потому что... В конце концов, надо же дела свои доделать, начатые, да? Если так подумать, по сути дела, мне надо еще пройти Диаблу вторую, что-то у меня еще не пройдено до конца. О, долго вспоминать. Нет, давайте ништяк сначала соберем. Так, Дарин Лайк, я по-моему, снимал еще на канал. А, This War of Mine надо еще допройти. Игр надо допройти. А времени так мало. Приляг, отдохни. Ну, пока вроде как все легко нам дается. Здесь так оно и дальше будет. Так, ну. Одну треть мы, походу, уже прошли. Здесь обычно так делится. Туда побежать не можем. Разве что сюда. Так. Не-не-не-не-не, забудь об этом. Там тоже что-то прикольное висит. Нет? Мы отсюда пришли. Потому что нас сейчас не спалили. Пали пока в другую сторону. Пускай этот дядька с ятаганом уйдет. Страшным. Ну, короче, быстренько так за шторки положим. Кто его не наблюдал. Давай, смелее! Так. Что-то мы его стянуть не можем. Почему, непонятно. С
странное это дело, я вам скажу. Ляг, отдохни. О, совсем другое дело. Четвертым ты мне нравишься даже больше. Low steel. Kick. Так, это что, мы уже половину, что ли, прошли, не пойму. Азазин, золото. Так, ну зачем это было? Хотя давайте, может, сюда как-нибудь. Что там еще ништяк? А нет там ничего. Облом. Ломали нас. Так. А, ну да, мы же здесь каких-то наложниц спасаем. Бля, вот дура. Она не могла его сюда затянуть. Нет, давайте, знаете, лучше потянемся, если он все-таки его обнаружит, забежит сюда. Ну он что-то не спешит. До жопы. А в такой раз он его обнаружил. Ну, это, блядь, не продумано. Хрень. Мочи его! Ломай ему член! Давай! О! Камеру закреплять, я думаю, не обязательно на нем было. А вниз мы тут спуститься можем ниже. Вот тут оббежать надо как-то. Так. А чё, да не может через эти кусты заросли ухопа перепрыгнуть? Не пойму. Не, походу не может. Ладно. Сейчас будем изобретать колесо. А здесь? Здесь тоже ниже нельзя. Ладно. Ладно, мать вашу. А как тогда тут пролезть? А, вон, вижу, ой, слепой. Так, подберем ништяк. Вроде как вниз не смотрит. Ну, тут мы его изловим. Давай, дружок, приходи на пирожок. Оп, все. Минус один. Да будь приятель в этом. Блин. Нам еще нужно две женщины спасти. Какие-то эти боссы не внушают доверия. Хотя за ними можно спрятаться, наверное. Ёп, ЛСТ. Давайте-ка сныкаемся отсюда. Дальше не пойдешь? Да не пойдет он дальше, все нормально, не очкуй. Не, можно вот так вот пригнуться, да? Так не видит. Все. Тело обнаружено. Так, только не иди сюда. Я тебя прошу, только не иди сюда. Ты выглядишь опасной. Похож на кого-то самурая с усиками. Бородками.
Опа! Смотри, как я могу. Опа! Опа! Ты ничего не видел. Так. Давай, пидорас, иди по своим делам. Ну и тебя здесь похороним. Что-то как-то слишком просто. Или я просто вчера приноровился там. Несбалансированная миссия. А чё, бронза? Из-за того, что меня обнаружили, да? Раз бронза, то давайте вниз ползаем. Что там? Что там внизу какой-то? А, ясно. Там просто какой-то ящик. Все равно все расходники, они по максимуму сейчас. Я не думаю, что нам нужно туда идти. Просто смысла не будет. Мы ничего не подберем с него. А, вот оно где. Давайте, знаете что? Давайте возьмем этот метательный кинжал, я не знаю. Оп. Все равно что не спется идти. Хрен с ним. Подтянемся. Перевернемся. Подтянемся, поползем. Так, что у нас тут? Тут у нас опять. Ну и где наложница? Чё мы зависли? А, это я просто не могу. Ой. Пальчик соскользнул. Так, что делать будем? Это вроде педрило как не отворачивается вообще. Вот этот вот отворачивается, его можно снять вовремя. А ни хрена у нас там. Ладно. Как там я делал? Блин, я уже забыл. А вот так вот я делал. Ой, все, и что тут говорить? Нафиг эти хрени. Золото, все. Все нормально, сам справился. Сам захотел, сам справился. Есть правда, дорогой. Ляляк, отдохни. Так, давайте в окошко вылезем. Говори, да не заговаривайся, легко. Легко он сказал, да? Сейчас будет тебе легко. Сейчас устроим тебе хардкор. Сейчас будет тебе трэш, да? Кто расслабился вон. Дети. Заложницы, наложницы. Понятно тут смотрит. А все равно ты пойти проверить не сможешь. Расслабься. Этого дядьку надо снять. Ну, вроде сработало. Что у нас там снизу? Ясно, это хрень для телепортации. Давайте подберем, вдруг пригодится. Вдруг вообще задница будет. Безвыходная. Бля, что тут делать? Вот она.
Расслабься, приятель. Уни. Так, давайте сюда сползаем. Ну и обойдем, собственно говоря, все это дело. Минус один. Ну. Заметит же, падла, да? Или нет? Да не, не должен. Не, не заметит. Отлично. Давайте сейчас этого через окошко как-нибудь выманим. Все. И нет проблем. Че, беги отсюда уже. Полчаса ее развязывал. Так, а ты можешь... Ладно, давай тогда уже заползем поверху. Давай резче. Там ползет это все. Лет 150 пройдет. Так, нам еще надо спасти одну наложницу. Короче, одну наложницу. Так, здесь у нас ничего. Здесь какая-то переодевалка. Да ты тут неплохо устроился. Как бы тебя так снять без лишнего шороха и пыли? Так, ну явно не тут. Нужно как-то на эту хрень подняться. Потом сползаем за вторым ништяком. Вот так вот. То мало ли нас еще застрелит, не дай бог. Фейл. Тихо! Тихо, 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 тихо. Нахрена я тут ползу, я могу же тут сразу заползти. Действительно. Только много лишних действий. Да не хочет она. Понимаешь ли. Ладно. Хочет как хочет. Нашим легче. Может, там как-нибудь можно будет пройти это. Эту запагу, я не знаю, как это еще позвать. Блин, как там до тебя добраться, а? Что-то я сейчас туплю, наверное, или что? Это явно очевидно, но... Так, там мы не сможем. Давай быстрее озирайся. Блин. Походу мы выбрали не тот путь. Надо как-то обойти все это дело. Хотя подождите. Не, не так. А вот как-то... Да не так, чуть ниже. Блин, что делать? Сюда идти, что ли, я не пойму. Кстати, да, можно, наверное, скорее всего. Так вот. Теперь мы на крыше. Мы как-то...
Блин, ну я не знаю. Слышу, мы явно залезть не сможем, мы слишком не заскриптованы для таких движений, телодвижений. А если нам попробовать? Блин, ну я не знаю. Явно туплю сейчас. Просто банально. Так. Да чёрт, блин. Реально, как тут пройти вообще? Понятно. Так, ну охрану туда в дверь мы явно не пойдем звать. Хотя подождите. Есть одна слишком. А, не, нифига. Попробуем тогда через этот. Там, где мы ништяк второй собрали. У меня просто мысли больше нет уже. Там ничего же нету, ну блин. Что за тупая миссия? Там ты ко. Шуа, блин. Мне просто он уже бесит. Давай быстрее. Так, давайте думать логически. Тут мы пролезть не сможем. А как мы сможем вообще? Как нам это сделать? Идемте в обход, если там нету ничего. Это я такой слепой, блин. Явно же обход есть какой-нибудь. А понизу тут можно как-нибудь слезть? Понизу никак вообще слезть нельзя. Там, по крайней мере, не показывают. Ладно, сейчас прервусь тогда ненадолго. Вот, в общем. Разобрался я немного. Оп, давай-ка сюда. Я Джимбо. Так, конечно, слишком резко я это сделал. Но, ладно. На самом деле, там никого не было. Пользуясь моментом, перемахнем. Вот, все банально и просто. Там как-то надо было по-хитрому умудриться. Короче, умудриться ухватиться. Ничего сложного в этом не было. Ну, теперь мне придется видео монтировать и не прямо так загружать. Ладно, уже замонтирую. Мне не сложно потратить минут 20 своей жизни. Если бы быстрее это видео загрузил бы. Так, а что тут? Ой, да ладно, давай вниз спускайся. Сюда беги. Опять нам предлагают карту открыть, непонятно зачем. Но мы стерпим. Не откроем. Похудых чувака еще в здании. Подберем ништяк, чтобы уже зарядить полностью. Можно будет тпшнуться. Да будет тп. Чё ты как тп будешь? Тп любит тп. No.
Можешь реветь. Ща все будет. Ща разберемся. Не таких спасали. Ой, что ж с вами бабами всеми делать? Здесь вот как-то заныкали забор, что вообще его хрен заметишь. Тихо, приятель. Приляк, отдохни. Так, нам в этой синей хрени мы, короче, не нуждаемся. Прям своим пузом от нас ништяк решил закрыть. Хрен тебе, раз меня убил-то. Чанчжу! Ах ты, падла! Нет, давайте-ка с контрольной точки, я не знаю, я хочу как-то вот, раз сегодня серия так хорошо пошла, тут давайте уже все сделаем по-четкому. Что мы как лохи, а? Бежал сразу, заложницу убил. Дерзкий какой. Походу, уж убить вообще не рекомендуется. Чё заложницу сразу убивать? Может, я так просто... Пришел, мимо проходил. Решил там спросить, как пройти библиотеку. Ой, все. Нормально. Все чики-пики. Так. Все, развязываем тебя. Давай, сваливай отседова. Так, тебе нам нужно самим свалить отсюда как-нибудь. Вроде какой-то хрен палил нас. Тихо. Тихо, мужик, тихо. Убили волыну. Давай так пообщаемся. Я случайно. Так, ты ж не будешь против, если я тут повешу немного? Ой, все. С один. Твоя жизнь все равно не имела смысла. А, это половица скрипа. Эйжума. Дай, мазафага. Давайте подберем эту для количества 4. Ровно. Так, собственно говоря, нахрена мы сюда пришли? Просто затариться? Окей. А, еще перемахнуть туда. Золотишко нам отсыпали. Так, что нам надо? Нам нужно сначала, наверное, залезть сюда, а потом мастерского надо пустить. Хотя, давайте, знаете, сразу. Так, мост. А, это по такой технологии. Я думал, он как-то на бок плюхнется. Ну, да ладно. А, мы сюда зря. Хотя, может, там в здании в самом какой-то ништячок будет. Подумали? Туда мы перелезть не сможем. Только с этой стороны. Так, во, ништяк. Только я так и не понял, что он нам дает, но реально определенные бонусы. Но мы любим хардкор, да? Ой, я тебя запомнил. Глазом ёбнул по нам. Ну, подходи, не жалей, уходи, не плачь, я не знаю. Так, кусты. Ща я вам устрою. Сейчас все будет. Нужно будет сразу бежать второго снимать.
Так, первый пошел. Полет нормальный. А, нашего в кусты затаскивает. Ну, хорошо, хорошо затаскивает. Нашим легче. Можно хрустеть уже позвоночниками. Доели. Башка отвалится-то когда-нибудь, если будешь каждые на 15 секунд позвоночником хрустеть. Тогда похрущу и я немножко. О, да, хорошо. Так, тихо. Приляг своим другом заодно. Не, не хочешь? Чище! Тихо. Так, тебя, походу, надо как-то привлечь, что ли. Чтоб не спал на посту. Так, приятель, давай. Не, тебе показалось. Тебе показалось. Твой приятель просто решил сходить в темный угол. А-а-а, бежим. Спасаем свои жизни. Я лучше думаю, пока нам вот так сделать. Серьезно? Ну, блядь, ты только сейчас его увидел. Давай. Пообщайся, расслабься. Далеко не уйдут. Даже не денутся. Все. Был человек и нет человека. Хотел его снять уже по-быстрому. Сейчас тревогу поднимет, подбежит. О, кто это сделал? Непонятно. Да. А, Б. Б тоже витамин. Ну и ты давай сюда подбеги. А кто это сделал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кстати, заметили, что когда он... Это, в тревоге, я не знаю. То у него этого круга нету. А это не тот, наверное, солдат это. Ой. Флэшбэк. Все. Закончился. Ну вы тупые. Да? Чё нам надо? Чё нам надо? Я не знаю, мы сюда вообще пришли. Да? А, ну я понял. Короче, шутка, прикол такой был. Смотрите. Опа! Опа! И сюда. Опа! И мы наверху. Все. Сломали человека. Был человек и нет человека. Тихо! Тебе показалось. Приятель. Сам ты, я Джимбо. Я сам решил спрыгнуть. Я не знаю, как это получилось, но это так получилось круто. Давай беги сюда уже. Лайбама!
Я же забыл. Вас нельзя снять, когда тревога идет. Вас можно только так снять. Ну и отдыхай тогда. Серебришко нам дали. Но это лучше, чем по раз 12 проходить одно и то же место. Блин, я не знаю. Под конец игры разработчики решили исправить свой косяк. Сделать все немножко полегче, что ли. Не, хотя, в принципе, и логично. Императоров они охраняют хорошо, проституток всяких. Кто они такие вообще? О, ты прикроешь, я тебя прикрою, я не знаю. Ты можешь рассчитывать на мой... копье, я не знаю. Ты можешь рассчитывать на мой шотган. Ой, бля. Надоели эти тупицы. Тупица, тупость спасет мир, да? Вот они своей тупостью спасли сами себя. Хотя, кто знает, кто знает. Ага. Для тех, кто любит ништяки, да? Ладно. А, плевать. У нас вроде этих хрени на максимум. И вообще как бы не пользуемся. Что у нас там слева? Осторожно. Что-то интересное. О, вряд ли. Тихо! Там ты кум. Кум, блин. Ну это ты так хорошо так заглянула, а? Загляни-ка так еще раз. Я прикрою тебя, а ты прикрой меня. Пока я буду прикрывать тебя, ты будешь прикрывать меня. Умри. Все? Нет человека, нет проблем. Тревогу не подняли. Только так, посражались немного. А шо, нельзя, шо ли? Ладно, нам сползать наверх надо как-то. Левее. Не, давай на стенку перемахни. Кагуша, давай на стенку. Ладно, давайте... по старинке. Чё нам тут? Да, перемахнуть, что ли? Ох. Сюда, да? Так и думал. Растягивать геймплей. Бронзу. Не, ну красавцы, чё. Все, свалили. Наконец-то. Ой, еще одна серия записана. Так. Ваше императорское величество, рада вас снова видеть. В чем дело? Мне жаль. Кто-то нарисовался, мы же его спасли вроде как. Довольно-таки неплохо. Оптимальный запас. Ну хорошо. У нас 500 хп теперь будет. Смотрим. Мы встретились вновь, Шао Цзунь. Я узнал тебя в Нюане и вспомнил, что когда-то была наложницей и подругой нынешней императрицы. Она с удовольствием заманила тебя сюда. Ах ты, стерва. У меня не было выбора. Но все равно стерва. Она выбрала жизнь. Точнее, она выбрала свою жизнь, пожертвовав твоей. И ее понимаю. Я прощаю тебя, сестра. Но ты умрешь. Трогательный жест. Но абсолютно бесполезный. Братству ассасинов не суждено возродиться. У тебя не осталось друзей. А та, кого ты считала своей подругой, предала тебя.
О, именно так мы уничтожаем ваше племя. Такая жалкая и слабая. Как и твой наставник, который с удовольствием прикончил. Подойди ближе, я покажу тебе, какая я жалкая и слабая. Магистр, позвольте мне. О, сейчас пизделка будет. Так. Давайте, может, пизделку. Ну ладно, давайте отпиздим их. Воу. Пошел ты в очко. Падла. Ой, растягивает серию нашу. Не, подожди. Подожди, мы так не договаривались. Сволочь убить, а? Так, нужно ему на голову, наверное, сразу гонять эти горшки. Пошел в дыню, я не знаю. Бля, ну это нереально. Чего не показывает, сколько у него хп? Я слишком как-то резко блок делаю. Да что ж ты? Ну что ж ты резкая такая, ты такая резкая. Ты не накрашенная резкая. Давай делай блок уже, курва. Бля, ну я не знаю. Пошел нахуй. Бля, ну как с этим бараном сражаться, а? Бля. Ладно, ребят, давайте на этом серию, пожалуй, прекратим. Я не знаю просто. Так что спасибо, что смотрели. Ждем следующей серии Boss Fight. Лайк, подписка.